Андрей Андреевич, что мне делать, я не могу выйти замуж. Существует два принципа. Первый принцип: женщины, не думайте о том, что вам нужно выйти замуж. Почему? Мир устроен по принципу противоположностей. Первая противоположность звучит так: если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно поэтому это является вот такой дилеммой. Женщине, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем. Танцуйте, пойте, вяжите. А в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека как элемент, с которым можно лечь в постель. И пусть это для вас стоит как бы на первом месте. Но при этом не нужно ложиться в постель им с первый день. Но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель. Если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет. Он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо. Он начнет вас рассматривать как будущую свою женщину. Вот хотите — верьте, хотите — нет. Слышите меня и делайте, как я вам говорю. Это откроет вам глаза на многие